Здарова, бандосы, с вами Кенгик, и мы начинаем играть в игру под названием Grim Souls. Что-то я решил вспомнить старое, забытое, старо-забытое новое, и немножко разнообразить контент по поводу Grim Souls. Сегодня первый раз вообще за своей жизни пойду в подземелье. От трех часов я уже подготовился, взял ключ от подземелья, убил наконец-таки этого бомжа. Это нереально сложно, игра. Давайте-ка по Лукасу и по подписочке скинемся, и мы начинаем новый проект Grim Souls. Сегодня пойду в подземку. Вот у меня тут уже два охранника таких. Я раньше как-то в нее играл, у меня были тоже на канале Grim Souls, но особо я ее не развивал. Сегодня что-то сидел, подумал, да почему бы и нет. Реально? Правильно. Вот, давайте-ка отправимся, посмотрим вообще. Тут, видите, уже обновился, короче. Побежали. Я уже выбил себе ключ. Я с собой взял оружие. Я не знаю, хватит мне его или нет, потому что там очень дикий, вообще просто дичайший уход всего, наверное, будет. Короче, это одна из самых сложных игр в кефире. Играете вы или нет, пишите свои комментарии, потому что мне тоже это очень дико интересно. Ладно, поехали, подземелье. Там можно найти всяких очень много примочек, типа там чертежи, там туда-сюда. Итак, первая дверь. И там уже на меня какой-то солдат идет и не дошел. Я не знаю, тут работает стелс или нет. Так, я куда-то уперся. Попаду? Давай. Одному попал. И второму тоже нормально зашло. Вот это, наверное, согрится. Инфосотка. Конечно, давайте дальше. Так, тут какая-то у нас развилка идет. Хрен его знает, пойду вниз. Сразу побежал. Одержимый. Вот это что-то, не знаю, что это, конечно. Типа дополнительный дэмэдж. Ладно, я потом это все пособираю. Блин, сколько мобов. Хрена себе. Че их так много? Я, блин, эти шмотки фармил. Это ужас, сколько. Дай бог мне два сета хватило бы, а. Ой, что это? Я же на что-то наступил. А вон капкан стоит. Тихо. Что это было? Кто-то меня ядом каким-то травит. Капкан, я заметил капкан, реально. Жесть. Так, что там у нас? Чумное отродье. Блин, хп нормально стелится. Обалдеть, блин. Чё так мало зомби, а? Почему их так мало? Может, больше надо? А они все идут, понимаете? Им по барабану. Хорошо, что хоть тактика ударил, отошел, работает. Блин, вот и половину меча нету. Какой половину? Уже все, хана полная ему. Почти. Там кто-то серьезно, наверное, да? Опять на какую-то шляпу наступил. Прокаженный солдат. Давай, солдатик. Немножко... поиграем в игру. Нет, я не могу заблудиться. А я уже, если честно. Немножко заблудился. Так, по хп у меня все, в принципе, все в ажуре. Поэтому можно со стелса влупить. Там персонаж. Я не знаю, на него надо, наверное, что-нибудь посерьезнее брать. Сколько ты мне влепил? Ё-моё. А на капкан его. Блять, чуть не сдох. Простите за французский. Блин. Да я дохну как... скотина. Ух ты. Так, а что тут у нас падает? Кожа, да? Ну, типа для сета всего. Да, все для сета. Блин, не попасться бы еще раз. Точнее, не попасться бы на капкан. Тут надо вообще смотреть в оба. Первый ящик. Я уже... вот еще капкан. Первый ящик я уже тут посливал, блин.
Всего 6 хила, 6 бочек. Состелил. О, смотрите, ошейник. Редкий ошейник. Может держать свою лютоволка на шее. Так, это какая-то фигня тут. Прочитать надо. Так, ну вот, типа, можно похавать, да? Ну, блин, ну нормально, в принципе. А его как-то можно разминировать? Или нет? Нет, его просто можно обойти. Ну что, тут сколько? Плюс 100-500 миллионов зомби. Я не знаю, я же сюда пошел. Там такой же кент. А есть что посерьезнее у меня? 58. О, вот это будет посерьезней. А чё вы вдвоем поперли? Может по одному, как и господа? Пипец, вот это жесть. Вот, а если присяду? А вот у нас. Тихо ты, блин. Есть. Фу. Так, на этого. Это меч какой-то серьезный у меня. На этого не буду я сильно тратить. Охренеть, блин. Вот это. Очень хочется пить. Ты что, серьезно? А бочка что? Минус питье. Ё-моё. Я не знаю, бочки стоит ли собирать или не стоит. У меня на почте, наверное, есть. Стоп, блин, капканы. Забыл, где эти капканы уже. Так, вот тут один был. Точно помню. Там один сверху. Ага. Очень хочется пить, блин. Тебе жить очень хочется. Это я точно знаю. Так, дальше. Попробую со стелса. Тут стелс, чтобы вы понимали, он вообще не працует. Наверное, получится. Блин, тут специально просто... Нет, не получится. Минус один меч. Так, и с почты можно, нужно взять водицу. Вот у меня еще тут оружки есть. В эту игру невозможно, наверное, не задонатить. Поэтому, чтобы было все чики-пики, прокаженный солдатик. Отдохни, дружок. Что здесь? Что тут вообще творится? Что здесь за подземелье? Ё-моё, да вы гоните. Побежал один. Я эти мечи, блин, фармил хрен знает сколько. Ой, тут какой-то вкусный сундук, наверное. Может их не бить? А хотя по-любому мне надо бить. Чтобы пройти туда, да? Ой-ой-ой, чужой. Я свой, братаны, я свой. Бляха. Минус один, минус два. И сейчас минус я буду. Блин, и тут целая пачка, блин. Всех согрел. Нет, еще элитные остались. Ну-ка. Вот специально тут поставили эту фигню. Чтобы я не подошел со стелса. Ну давай, хотя бы вон того. Да. Этот получит по заслугам. Можно, конечно, на них тратить, ну, типа, чтобы с одного удара было. Можно на них... Вы чё, сколько хп у него? Вы угораете? У меня еще настойки есть, тут хила, и я не знаю, целая куча, наверное, надо, чтобы ушло. Вот это жестяга. Его попить надо. Так, ну тут, короче, ничего такого. По сути, бочки эти скину. А что у меня? У меня же оружие какое-то еще блатное есть. А, у меня есть вот тут. Во, какой-то 59. Нет, это 58, вот этот 59. Этот я, кстати, нашел не так давно. Алебард, наверное, посерьезнее будет. Да? О, хорош, это мой вариант. Вкусная алебарда, вкусная. Сколько ты ж ему всадишь? Бля, он жесткий тип. 90. Нельзя самому жить. Сколько? 30-ку. Хотя, смотрите, можно два удара делать спокойно, на изи.
Не, нормально. Оружка вообще четкая, надо его сохранить. Надо его просто беречь, как я не знаю. Синицу ока. Или как она там говорится. Короче, какой-то ящик я нашел, но по сути... О, еще один капкан. По сути, я как бы не особо тут окупился, если так можно сказать. Если можно это назвать окупом. А пойдем... А если это на капкан, сработает или нет? Почему не работает? Он что здесь для меня стоит? Ясно. Так, там какой простой бомж. Давай, иди сюда. Тут со стелса это, ну, это вообще не варик. Стелс вообще, это не для нас называется такая тема. Ну и тут в крафте есть тот же капкан. Все, жопа моему сету. Ух ты, вот это поворот. Ну ладно, благо у меня еще один есть. Больше нету. Все, я не знаю, докуда дойду. Согрю или нет? Согрел. Что? Что он сказал? А, ну тут простые, ладно. Блин, вот это жесть, а. Хорошо, ладно, погнали со стелса, попробуем. Надо выбирать. Не-не-не, получилось. Прокаженный солдатик. Тебе... Ты останешься здесь? Не, братан. И меня либо завалят, либо я не знаю, что будет дальше. О, тут какие-то развилки. Капкана нету. Тут какая-то развилка. Налево пойдешь, смерть найдешь. Нам, значит, сюда. Ой. Ой, тут прям, ну, этот. Давай, иди сюда. А, тут шарбалет я могу делать. Ну, короче, еще не дорос. До арбалета, скажем так. Ой, нет, тут, наверное, бляха-муха. Почему он меняет цель, блин? Еще кто-то летит. Блять, какого хера? Тут еще бомж прибежал. Это NPC новый. Плавар. Ты че, угораешь? Жесть. Вот это. И принес мне булаву, короче. Окей, бро. 34, давай ее доломаем. Вот это же... И тут даже приходят чуваки, вы понимаете? Это вообще... Что за... Что это происходит? Хила вообще ноль. Ну, еще... Благо, еще это 20-20. О, хорошо. Хорошая булава. Фу, звукан какой, а. Окей, ладно. Ну, у меня по сету. Я вообще бомжара. А есть какой-нибудь тут топ-ящик? Отлично. Открываем. Фух, жесть. Тут, наверное, чтобы всех зачистить, 5 сетов надо, что ли, стелить. О, бинтик. Бинтик, бочки я скину, это возьму. Все остальное. Цепь там лежала. Давай, иди сюда, бомж. Все, хана. 59. Наверное, я буду, знаете что, топовским оружием бить. А это оставлю на локации, потому что... Ты чё, угораете? О, летит, здоровый, летит. Здоровяк. Так, я не знаю, что на тебе брать. Ну, попробуй. Будем с этой делать. Бля. Жесть. Жесть, полная жесть. Здесь, наверное, можно еще сет собрать целый. Потому что, ну, это нереально. Там еще один стоит, смотрите. Охрана, типа. Может, я зря сюда иду? Блять, что такое? Смотрите, что я застрял. Блин, жесть. А у меня бинт есть. У меня все пшикает. А бинт сколько дает? 40. Можно подохнуть по чуть-чуть. А, это может мне типа со стелса можно ударить, да? Давай я возьму, наверное, вот эту, потому что реально я и вот так бинт сделаю. Да, отлично. Бляха, 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 муха. Уходим, уходим чуть подальше.
какой-то тоже пристал ты. Давай, задам, да. Отлично, хорош, успел. Красава, бой, красава. А у меня же там были какие-то еще эти. Какие-то. Так, тут надо быть аккуратнее. Я что-то не знаю, что тут вообще. Смотрим сюда. Еще вон вниз есть, вижу. Но этих чуваков со стелса, наверное, можно есть и там. Ой, золотой какой-то сундук. Бля. Давайте отбежим, а. О, красава. Там какой-то я нашел топовский сундук, наверное. Бляха-муха, сколько мобов. О, там еще. Там еще малая ребят. Блин, еще этого согрели. Так, этот жесткий тип. Его возьмем так. А, смотрите как. Смотрите, какой баг. Бомжара. Ну и глупец. Ты видел алебарду у меня какая, а? Так, попробуем. А, ведьма. Так, нет, на этого бомжа мы не будем тратить. Так, ведьма вон прямо там плачет, да? Но если она заплачет, будет хана. Мне сразу будет хана. Поэтому мы попробуем сейчас вот этих. Ой, блин, нет, там здоровый. Там за здоровый, за сильно. Ведьма, если заорет, будет мне вообще не жить. Так, вот эту надо, наверное, слить. Давай, вот здесь. Дальше. Бляха-муха, опять этот здоровый тип. Алебарда, алебарда, выручай. Куда пошел? Иди сюда. Почему ты ушел? Братишка, иди ком. Ты просто сильно здоров. В смысле, ты уходишь? Я не понял. Типа вот. Блин, я думал, согрел ее. Да, типа в этой комнате надо валить его, прикидывайте. Смотри, глупец. Есть. Ну и тебе на под шумок. Фу. Что за жестяга, а? Одержимый. Ой, не, вот это, вот это, вот это. А, блин, так что я делаю? Надо вот эту вот слить. Вот я, типа, позову их. Мне интересно, сбегутся они со всей пачки, если я согрю ее или нет. Если со всей пачки, это будет жопа. Так, давайте посмотрим. Наверное, надо тут всех поубивать. Только, пожалуйста, давай нездоровый, а. Одержимый, нормально, пойдет. Меня бесит, что меняется цель. И я не могу ее поменять обратно. Это вот это не особо. Блин, там опять этот здоровый. А я попробую ее завалить. Сразу с алебарды, с одной плюшки. О, минус штаны. Да, я ее с... Пизда мне. Сюда все, что ли? Нет, давай, братан, отойди один. Со вторым я не знаю. А, можно вот так выйти. И он пойдет обратно. Я почему-то так думаю. Ага, пошел он. Не туда он пошел. Это я пошел обратно. А вот здесь прикольно, можно. Здесь вот, бля, капкан. Бля, все, мне жопа. Вот тебе и на. Можно два удара сделать. Во. Лучше похилить. Я не знаю, ребят, если вы проходили это, объясните мне, как здесь без этой крутейшей алебарды проходить этот инст. Я, вот я, хрен его знает. Вот если бы не это топорище, я бы уже тут 8 сетов посливал бы. Но вот это топовский какой-то сундук. Чё ты согрелся? Я ж тебя даже... Тут, наверное, вот так вот можно как-то их делать, да? Можно как-то, наверное,
Схитрить, чутарик. Я сейчас попробую. Во, между этой штукой. Схитрю или нет? Да, схитрил. Смотрите, что делает. Можно, можно, можно хитрить. Во-во-во, вот так. Смотрите, что творю. Все, моя алебарда сломалась, что делать? Хорош, хорош, ладно. Это, видимо, выход, да? Или что это, да? Не, это ниже опускаться. Ё-моё, в смысле, тут несколько этажей, что ли? Сейчас откроем тот сундук. Фу. Ну, давайте посмотрим, что здесь. Окупное или нет? Вот, серьезно. Ёлки ты палки, сколько здесь? Это еще я... Это одна сторона. Это одна сторона. Вот это жесть. Ладно. Открываем. Так. Опа, что это такое? Каменный уголь. Открываем. Топ-сундук. Топ-сундук. Наверное, это топ-сундук. Пока не знаю. Благо, что никто не сбегается. Типа там сигналка сработала. Еще что-нибудь. Смотрим, что за лут. Первый раз я его открываю. Вообще за всю свою историю. Давай что-нибудь смачное. Опа, чё? Смотрите, какие-то солдатские сапоги. А почему лут поломанный? Клеймор. Это что? Прочитать. Блин. Это что? Правая плита алтаря. Это что? Позволяет крепко зафиксировать деталь и... Короче, на стуле? А, это типа пыточный стул, короче. Где он? Где он? Я еще не дорос. Во, пернач уже могу делать. Но вот этих штук я вообще не знаю. Вот, пыточный стул. Но чертеж нужно найти именно в подземке. Что пишет? Я слышу чей-то шепот. Не пугай меня, братишка. Ты не должен пока ничего слушать. Так, знаете что? Я вот это, наверное, редкое возьму. А что, два ошейника? Сколько их можно? Сколько их можно носить? Вот это что-то? А это что? Помогает как следует заточить оружие. А, типа заточку делать? А это что? Тетива. А, на лук. О, смотрите, что могу скрафтить. А что лучше? 32, 23. Ой, ну конечно, надо изучить его. Во, капкан. А, вот, это он так и делается за счет этой штуки. Встретить незваных гостей в ваше отсутствие. Фух, вот это да. Вот это пошла развязка. Хорош, ладно, очень хочется пить. Да ты что, блин. Короче, первый этаж пройден. Нужно узнать секрет замка на пыточном стуле. А, типа, зомби пытаешь, и это, он что-то там типа говорит, да, куда пойти. Ой, блин, вот это чернуха. Давайте дальше идем. А вон, вон там еще слева вижу какое-то. Какое-то чудо света. Так, мне надо, чтобы один кто-нибудь... Вот так, отлично, один медленно. Я не знаю, что это я прожимаю. Не особо я... Блин, опять эта отрава. Как от нее избежать, блин? А, подскажите, ребята. Подскажите нубу. Все, минус. Минус все. Минус все. Вот эти, наверное, я оставлю. А, не, ботинки слетели. И там у меня где-то ботиночки лежали. О, жесть. Так, 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 давай, 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 давай. Ага. Еще быстрее, наверное, да? О, спринт прям целый. Я не знаю, какая самая тут топовская броня, а? Блять, не заметил. Падла. Одержимый. Ну тут больше одержимых, конечно, вот эти. Чем всех остальных. Вот это такая шипастая вообще прикольная тема. Так, того не буду бить, зачем мне его бить? А, вот это еще один ящик. И здесь все, здесь тупик уже, короче. Так, ну это только одна сторона. Обалдеть, ну у меня уже сета нету. Питье. Минус питье. Питье очищает, пахнет сивухой. Градус очень высокий. Ладно, мы, я, короче, все здесь потом соберу. Я понял. Так, попробуем, знаете что, попробуем вниз еще сходить. Бляха, муха, я тебя не завалю, братишка. Тихо, давай сюда. Ты меня весь сет сложишь, мой.
Вот это волына. Вот это волына. Ой, он меня постелит. Ты что делаешь? Все, я уже все. Не успел. Фу, это что? Черт, пыточного стула! У-у-у! Я поднял пыточный стул, пацаны! Где ваши лукасы? У-ху! Обалдеть! Я еще даже уровня столько не подкачал. А, бронзовый слиток для долгих разговоров по душам позволяет получить бесценную информацию о лабиринтах. Обалдеть! Вот этот бронзовый слиток жестко делается. Мне 40-й левел, тут 4 левела надо. Вот это жесть! Не зря пошел, не зря. Знаю, что многие с первого раза как бы не открывали. А у меня вот это шар. Это, ребята, достойно вашего Лукаса и вашей подписоты. Так, надо смотреть, знаете что, надо под ноги смотреть. Пить хочется ему. Блин, да сколько ты пить можешь? Так, туда пойдешь, ноги сломаешь. А вот тут какие-то пятна, типа. Ноги мог... Я понял, дурачок. Это я дурак, я понял. Это какая-то шляпа, ловушка. Ну блин, почему их так много? У меня сета нету. Что за дела, что делать? Так, ладно, этого можно со стелса ударить. Благо. Тут никаких ловушек нету. Так, вроде бы чисто. Чисто, чисто. Ой, этот вообще... У него нюх какой-то, я серьезно. Короче, сюда надо где-то как минимум 3 сета. Вот этих кожаных. Но здесь может и что и наберется, я не знаю, посмотрим. Так, там обычный. 3 штуки. У меня еды даже нету. Хотя дома что-то есть. Умри, глупец. А, вот, это типа... Вот это супер. Вот это мне, знаете, больше всего нравится. Хрен я сюда шел. Наверное, это топовский ящик и все. Блин, я тут даже дорогу не запомнил, если честно. Не зря они тут писали, типа, пойдешь, там заблудишься, тыры-пыры. Жопи-дыры. Так, туда я тоже, наверное, не пойду. И я хочу, знаете, что сделать? Что такое? Блять, он пить хочет. Вот это, конечно... Нет, они очень прикольно. Где? Тут что-то лежало еще, можно же было попить. Или нет, нифига. Во! Эль. Он еще и лечит. Твою мать. А что он такое? Рыгает. Жесть. Знаете что? Я, наверное, вместо вот этого угля возьму. А, не, вот эту фигню скину. Очень хочется пить. Опять? Да ты только что... Он вырыгал все. Он все вырыгал. Жесть. Что выпил, то сблеванул. А, вот тут закрыто, короче. Там просто пусто было. Так, где-то тут капка... Вот он, фу. Обошел. Чашу можно бахнуть, чашу? Питье дает? Минус питье. Да вы че все время минусом, да? Че вы меня лечите этими минусами? Вот. А вот, еще наверх есть. Ой, блин, жесть. Ладно, давай тебя. И уже и есть, и пить хочет. Вот еще вправо убьем этого бомжа. Да, фу, это бомж. А, ну все, я, короче... Да, я топовский ящик поднял. Попил. Пошло питье. Уже не выблевал, слава богу. Да, я топовский ящик поднял. Очень хочется ему жрать еще хочется, блин. Зря хил этот, конечно. Вот, нормально. Так, тут уже понятно. Короче, там еще есть пару заходов. Я просто хочу здесь все пройти. Я уже голый, поэтому... Хрен знает, что там получится дальше. Я надеюсь, там не здоровый. Нет, там не здоровый, там бомж. Я буду голым сражаться. С крутыми ботинками. Так, вот тут какая-то запертая дверь. Ящик есть? Ящика нет. Но есть какая-то дверь. Проси прощения, или что он сказал? Да, наверное. Так, иди сюда. Того бомжа не буду трогать. Чё, здесь?
Блин, да тут пусто. Так, ребят, я, если честно, не узнал. Ой, блин. Хил. Фу, чуть не сложило. Блин, согрел. Да у меня оружие тут уже. Вот, на один удар. И по храпе. С левой хорош. С левой лучше идет. Так, я понял, я понял, я понял, я понял. Блин, как-то лихо обхожу эти капканы, если честно. Потому что я уже забыл, где они находятся. Вот, надо хил пособирать. Хоть какой-то, то цел 10. Я 20 этих бочек слил, короче, по хилу. 20 вот эти, вот таких настоечек. Так, тут не было? Я вот не помню, где-то тут еще был капкан. Вот он, тут нет, не тут. 20 бочек слил, да. Так, вот тут, наверное. Да, вот он. А, еще там парочку. Так, этих бомжей трогать не будем. Угу. А, и эта баба тут лежит. Прикидывайте, что, прибежала ко мне. Сейчас опять кто-нибудь прибежит. Ну, кувалда у нее хорошая. Булава была, булава, булава. Здесь тоже нифига уже, да? Так, а где это я еще оставил бомжей? А, вон, 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 снизу. А, это нет, это не тот. Это не сюда. Это не сюда. Блин, такую топовскую оружку просрала. Хотя, рано или поздно. Его ж надо было просирать, правильно? Поэтому, вон, вон, целая пачка. Стадо бомжей прям. Вот этот оставить надо. Бастард. Ну, мечом буду. Блин, ну я надеюсь, что это не зря. Если честно. Да что такое? Бей! Хотя здесь можно еще бинтики покрафтить немного. Я хочу просто посмотреть, что за этой дверью. Да блин, почему он меня... Почему он меня еще опять уколол чем-то? Очень хочется пить. Да блин, сколько ты пить будешь? Но я лучше этого позову, потому что там со стелса не прокатит. Вот хотя бы... А, он в броне, поэтому у меня меньше... Во, еще один капкан. Так, одержимый. Одержимый. Блин, обалдеть. А, не в броне, поэтому 24 у него сносит всего лишь. Ну давай, еще сюда есть как бы место. Вообще жесть. Уф, о! У меня два кусочка мяса. Пацаны. А, то там нифига нету. Я думал, это этот. Нет, тогда. Опять вот и отравил еще, падла. Все. Я смело заявляю, что инст полностью пройден. И вот такой, короче, лут. Мне дико повезло. Мне дико повезло, потому что я выбил себе пыточный стул, господа. Пыточный стул. Я думаю, это вообще круто. И не зря этот поход прошел. И дошел пыточный стул. Это вообще супер. Вот, ребят, такой вот видосик. Я не знаю, буду продолжать, может развиваться Grim Souls в игрушке под названием Grim Souls. Вот. Ну, а кому понравился данный видосик, ставьте ваши лукасы и подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Кенни, как всегда. Чао, какао.